День соседей. Милый и почти домашний праздник. В мире его отмечают 1999 года. В нашей стране такой привычки еще нет. Но управляющая компания «Мособлэксплуатация» старается традицию завести. Последнюю пятницу мая во дворе дома номер 11 по Новоуглическому шоссе звучали музыка и смех. Мособлэксплуатация пригласила жителей на праздник. Пока дети были заняты играми, мы спросили у взрослых, дружно ли живется в многоквартирных домах. Выяснили, что здесь соседи – это не только соль и спички, но и в гости сходить и общедомовые дела вместе порешать. Между собой все дружные. Все друг друга знают, все друг друга здороваются, все знают. Все друг друга, у кого дети, вообще все знают. Знаем, кто и над нами, и под нами, и напротив мы с семьями дружим. То есть у них детишки, у нас детишки, ходим друг к другу в гости. Поэтому у нас есть свой чат домовой, где тоже какие-то вопросы важные мы можем обсудить, поднять. Когда соседи знакомы и дружны, им проще решать вопросы с органами местного самоуправления и со своей управляющей компанией. Анастасия Казанцева, новый генеральный директор МОСОБЛ эксплуатации, тоже считает, что добрососедские отношения в доме очень важны. Соседи между собой должны дружить в первую очередь. Если соседи будут дружить, да, то и управляющая компания будет намного проще. Намного проще договориться о каких-то работах, о каких-то просьбах. Вопросы ремонта имущества дома, благоустройства управляющая компания должна решать вместе и по согласованию с собственниками жилья. Анастасия Александровна, как новый руководитель, знакомится с большим хозяйством лично, а с вопросами приглашает на прием. Я веду прием по вторникам с 2 до 5, и инициативных и активных жителей я принимаю, выслушиваю их пожелания, их просьбы. А потом я выезжаю на дома, смотрю со своими коллегами технической службы. Мы смотрим и уже составляем план каких-то работ, говорим и договариваемся. Вот на этот год будет сделана вот какая-то часть это, на второй год это и на третий. То есть вот таким вот образом. Но каждому жителю я прислушиваюсь и стараюсь как бы вникнуть в суть и в проблему каждого из жителей. Праздник во дворе дома на Новоуглическом шоссе продолжался пару часов. К слову, это не первый день соседей, который организовала Мособлэксплуатация. Возможно, опыт понравится и другим жилищным компаниям округа.